Друзья, сейчас расскажу вам о металлической двери статус модель Metal-Metal. Эта дверь используется для частных домов. Цвет наружной краски антикмедь, классический цвет металлической двери. Наружная отделка этой двери выполнена в виде зигзагообразной такой формы, объемная наружная панель, сделанная под прессом. Также у этого дверного комплекта есть три наружных петли с открыванием 180 градусов. У этой двери уникальная толщина 100 мм, два резиновых контура уплотнения, утепленный короб, рамная конструкция дверного полотна, дверь полностью на минеральной плите Knauf. В этой модели используется один замок 3015 комбинированный Guardian 4 класса со встроенным ночником. Самое главное, на что нужно обратить внимание в данной конструкции, это цельногнутый профиль внутренней панели, то есть он не клепанный, он цельногнутый, он не будет промерзать в данном случае. Это очень важно при использовании двери наружу, на улице. Сам дверной короб толщиной 110 мм, как я и сказал, на трех итальянских петлях с подшипником, одна нижняя, полностью рамная конструкция, заваренная с четырех сторон. Идеально. Почему бы я купил эту дверь? Если бы у меня был частный дом, в который нужно было поставить симпатичную и недорогую, при всем при этом, и качественную, и теплую металлическую дверь, я бы выбрал именно этот вариант. Готов купить этот товар или хочешь узнать больше, информация в описании.